Меня зовут Алексей Дворкин. Со мной мой коллега-миксолог Даниил Сезонов. И мы хотим рассказать вам про фудпейринг и показать на наглядных примерах те сочетания, к которым мы пришли путем экспериментов. Для начала, что же такое фудпейринг? Это направление в кулинарии, цель которого – показать сочетание различных продуктов, обладающих общим вкусовым компонентом. Проще говоря, это совместная работа бармена и повара над созданием оригинальных решений в тандеме кулинарии и миксологии. Миксология – это наука о смешивании напитков, тщательной дозировке алкоголя и экспериментированием со вкусами с использованием высококачественных продуктов. Сегодня мы хотим представить вашему вниманию коктейль Foamy Pure на основе свежей груши, грушевой водки с нежным молочно-сливочным привкусом и послевкусием ореха и корицы в тандеме с морковным пирогом с добавлением карамелизированных орехов и нотками цитруса. Чтобы приготовить пирог, я использовал муку, пшеничную и миндальную, яйца, сахарную пудру, разрыхлитель, растительное масло, карамелизированную смесь орехов, цедру апельсина и, естественно, морковь, которая пойдет как в замес, так и на украшение. Также для декорации я выбрал апельсиновый конфитюр и варенье чайной розы. Для приготовления Foamy Pure нам понадобится грушевая водка, свежая груша, сахарный сироп, молоко, для украшения сливки, орех, горчица, мед и апельсин. Если вы не знаете, где купить миндальную муку, то вы можете бланшированный миндаль измельчить в кофемолке и добьетесь нужного результата. Хотим обратить ваше внимание, что мы использовали инфьюз водки, настоянной на свежей груши. Как альтернативу вы можете использовать покупную водку с похожим вкусом. На наш взгляд, это сочетание гармонирует между собой, потому что данная комбинация является полноценным десертом за счет игры вкусов и соединения моркови, молока, груши, орехов и пряностей. Сегодня мы вам показали плод совместной работы бармена и повара, тандем миксологии и кулинарии. Мы считаем, что этот десерт придется по душе многим девушкам. Если вы нашли этот ролик интересным для себя, то в следующем выпуске мы вам расскажем об одном из самых популярных мексиканских сетов для вечеринки. Отдельная благодарность магазинам «Ля Деликатес» и «Сырная лавка» за предоставленные качественные продукты. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, показывайте видео своим друзьям. Приятного аппетита!